Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые любители футбола. Приветствую вас в Республике Дагестан. Махачкалинская «Динамо» принимает ярославский «Шинник». Две команды, которые пробились в лучшую лигу мира по итогам прошлого сезона, выйдя из второй лиги. Хорошая работа в отборе. И тут же мяч в игру вводит Дибергаджиев, вылавливая соперника на ошибке. И это гол. И это 1-0. Опомниться не успели футболисты из Ярославля. Не успели вернуться на свои позиции. Чем-то эта история напомнила, мне кажется, финал Лиги чемпионов между мадридским Реалом и ливеркузенским Байером. Каждая вторая передача вперед заканчивалась потерей. Правее, Семенов. Удар-передача, вот и момент. В ближнем бою выдержал Хасбулат Хамкоев. Передача верховая, удар с отскоком от газона выше ворот. В последние 2-3 минуты «Шинник» создал больше, чем в первом тайме. Под 23-м номером атака «Шинника», пас на второй темп, момент, удар, 1-1! Не спешите говорить о том, что эти парни чего-то не могут. Настанет второй тайм, наступит закат, и все они вам покажут. 1-1! Мы неподалеку от ворот «Шинника». Удар, рикошет и гол! 2-1! Чингиз Агабалаев! Пока нарушение правил, пока куча эмоций. Прыгает, негодует Илья Грузнов и досрочно покидает поле. 2-1! Победа махачкалинского «Динамо». Вторая подряд домашняя победа.